справимся с экономикой. Никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят, не перейдут красную черту, будут ходить, перейдут, получат. Должен быть закон и порядок. Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика. Если мы будем иметь мощную экономику и сработаем хотя бы так, как в этот непростой год, а мы провалимся меньше, чем на 1%, кстати. И мы страна, которая не имеет ресурсов. Экономика главная. Главный вопрос для меня – экономика. Будет экономика – ничего не страшно. Но очень будет тяжело, потому что ковид, все страны закрылись. Переживем.